автоматично переходжу на українську мову, коли наші вдох люди читають українську. Ну, це зрозуміло. Коли люди рядом розмовляють українську. Ні, я її гірше знаю і гірше спілкуюся. Поэтому все-таки на русском. Я преподаю медицинскую биологию в медуниверситете. То есть это наука, которая включает в себя предмет, включающий в себя две группы дисциплин. Первая называется медицинская паразитология, а вторая общая биология, в принципе. То есть вторая часть курса посвящена в основном наследственности и изменчивости. И если в первой части материал в основном преподается необходимый, то есть преподается такой материал, который необходимо запоминать, то во второй части дисциплины преподается материал, который требует очень серьезного понимания процессов, связи структуры какой-то биологической с функцией этой структуры. То есть многие вещи запоминаются студентами только после того, когда как происходится какая-то демонстрация наглядная. Плюс в последние годы у нас в университете реализован переход на кредитно-модульную систему. Я не знаю, как здесь, но мы в первые годы после перехода на кредитно-модульную систему должны были на каждом занятии выставлять каждому студенту по две оценки. Вот. Ну, за два часа... Нет, это так, да. Две оценки, каждое занятие обязательно, и в журналах везде так и стоят. Вот. Это потом перерасчитывается, в конце каждого модуля рассчитывается оценка за модуль, куча там еще другой бюрократии. Ну, в общем, было так. В этом году выставляем по одной оценке обязательно. То есть все эти вопросы, они решаются тестированием, естественно. Ну, тестирование в основном бумажное, конечно, автоматическое, очень сильно упрощает жизнь преподавателя. Ну, оно и студентам, честно говоря, упрощает жизнь. Вот, поэтому из-за вот этих вот двух особенностей наших предметов, идеи компьютеризировать обучение, они давно возникли, но у нас на кафедре на 8 человек, ну, будем говорить, даже 10, профессорско-преподавательского состава и компьютера когда-то было выделено в разное время. То есть их не хватает даже для работы методической. Ну, о компьютерных классах говорить вообще смысла нет. Ну, в общем, путем там разных манипуляций, вот, разную технику старую удалось заполучить. И, в общем, два компьютерных класса мы внедрили. Вот, естественно, с использованием терминальных решений. Потому что системные блоки, ну, помимо вот тех, которые должны быть серверами, то есть удалось все-таки два сервера настроить, на которых терминалы работают. Все остальное, конечно, очень древнее. 200-е, Pentium, это в порядке вещей. И очень хорошие машины, а есть и древние. Значит, какие задачи удается решить? Первое, ну, естественно, компьютерное тестирование, автоматизирование. То есть решение, которое я использовал, это, ну, поскольку я лучше всего знаю FreeBSD, вот, на FreeBSD гипервизор VirtualBox, в котором работают виртуальные машины, выполняющие разные задачи. Для внедрения терминального решения я перебрал множество разных вариантов. Одним из них было решение на Windows, оно называлось VTV. Вот, в части автора можно сказать, что позволяет работать даже на крайне древнем железе. То есть вот эти вот 486, про которые я говорил, они на VTV работали. Ну, а из нового это, естественно, SyncStation, OpenSync клиент и LTSP. Вот. То есть можно, конечно, чего-нибудь свое организовать, придумать какое-то легковесное собственное ядро, вот, придумать NFS, X
по X-протоколу подключаться. Но все это трудоемко из-за того, что ядра приходится делать не одно и не два, а множество под разное железо, разное. Вот. Поэтому, конечно, лучше что-то такое, что работает сразу из коробки. Вот сразу из коробки после пробы нескольких терминальных решений заработал Ubuntu LTSP. Вот. Устанавливается вообще буквально в два щелчка. То есть качается дистрибутив с официального сайта, Alternate называется. Вот в этом Alternate выбирается режим LTSP. Потом система задает, если мне память не изменяет, где-то около 10 вопросов для установки. Вот. То есть какой интерфейс подключен к интернету, какой интерфейс должен быть подключен к внутренней сети, где находятся терминалы. И после этого все работает в автоматическом режиме сразу из коробки. Могу попробовать показать, то есть вот в VirtualBox запущен LTSP сервер на Ubuntu. Ну, единственное, что мне не удалось вчера полноценно завести клиента, вот из-за того, что на вот этом ноутбуке не работают расширения. То есть интелловый процессор очень старый, еще 32-разрядный. И в нем нет VTP расширений для виртуализации. Поэтому загрузки полноценной ждать не приходится. Но вот буквально у меня ушло вчера 30 минут на то, чтобы вот это вот сделать. То есть большую часть этого времени устанавливалась Ubuntu в виртуальную машину. А все остальное получилось автоматически. Загрузка по PXE. Вот. Причем существуют проекты новые, наследники Etherboot, IPXE называются, при помощи которых можно загружаться по PXE даже по Wi-Fi. Вот. В некоторых случаях это может быть удобно и интересно. Вот. Причем можно загружаться даже поверх шифрованных Wi-Fi соединений. Вот. То есть готовится небольшая флешка, в которую прописывается конфигурационный файл IPXE, и после этого эта флешка поднимает шифрованную Wi-Fi сеть, веб, VPA, VPA2 и позволяет дальше по PXE грузиться. Вот. Что удается делать? Удается демонстрировать студентам на занятии какие-то рисунки сразу с объяснением. Попробуем показать пример. Бывает очень тяжело объяснить в тексте достаточно простые вещи, которые с использованием наглядности определенной никаких проблем у студентов не вызывали. Ну вот простой пример. Это рекомбинации во время мейоза, ну то есть это деление клеток, которое используется нами в том числе при гаметогенезе, при созревании сперматозоидов и яйцеклеток. Памяти не хватает. Ну, кстати, почти загрузилось за это время пока. В VirtualBox, к сожалению, PXE работает очень медленно. Ну вот, клетки с хромосомами, дальше рекомбинации, которые происходят во время кроссинговера в мейозе. Ну и появление различных комбинаций генов в гаметах у человека, например. То есть студентам это без такой наглядной демонстрации бывает практически невозможно рассказать. Кроме этого, приходится преподавать еще и основы молекулярной биологии.
том числе работать со студентами, которые имеют там отчасти более высокий уровень, чем среднестатистический, то есть те, которые занимаются СНО. Но с ними приходится прорабатывать разные вопросы, более сложные, чем тема курса. Например, вопросы биологической кибернетики, которые включают в себя передачу информации в биологических системах. Вот, например, передачу информации внутри клетки, от ДНК к РНК, ну и потом к полипептидам во время синтеза белка. В частности, поднимается вопрос о информационном шуме. То есть он есть во время любой передачи информации, в любом канале передачи информации. Но объяснить им, что это такое, очень сложно. Ну, а использование какого-то примера достаточно простого. Легко. Ну, вот если помните, некоторое время назад была популярной вот такая вариация СМС на мобильных телефонах Nokia. Ну, я думаю, слышали все. Это на азбуке Морзе СМС. Вот. Ну, кто не знает. СОС на азбуке Морзе, три точки, три тире, три точки, ну, а это СМС. Три точки, два тире, три точки. Вот. И в Audacity, например, шум, точнее не шум, а звук представлен в виде графика. Ну, и вот достаточно легко студентам объяснить, что такое шумы, и каким образом они воздействуют на передачу сигнала, что такое отношение сигнал-шум в биологических системах в том числе, при помощи вот такой демонстрации. То есть вот чистый сигнал, вот сигнал с наложением определенного шума. Ну, в данном случае это львиный рык. При котором сигнал еще можно выделить. То есть соотношение сигнал-шум достаточно большое для того, чтобы выделить сигнал. Ну и второй вариант. Это график, который показывает некий звук, из которого сигнал исходный выделить уже практически нельзя. Здесь вот этот вот исходный СМС-тон, на который наложен звук модема. После этого студентам нужно нарисовать график зависимости синтеза количества белковых молекул или РНК от времени во время клеточного цикла. Вот. Ну и после этого придумать какие-то варианты шумов, которые на этот график накладываются. То есть суть предмета становится намного более понятной. Причем модели достаточно простые, для того, чтобы с ними работать, нужен веб-браузер, практически больше ничего. Вот. Ничего более существенного мы в своей работе не используем. То есть у нас нет каких-то прикладных программ, которые можно использовать в курсе. Вот. Плюс компьютерные классы эти используются еще и в преподавании иностранцам. Вот. Мы некоторое время преподаем иностранцам свои предметы на английском языке с 2006 года, если мне память не изменяет. Вот. Качество учебников, ну, отечественных, вы понимаете, ужасное. Вот. Количество ошибок огромное. Причем даже этих учебников, которые существуют, их не хватает банально. У вас что, есть отечественные учебники на английском языке? Да, есть. Ого. Конечно. И в преподавании возникают существенные трудности.
Но использование вот этих вот технологий позволяет каким-то образом обойти эту проблему. То есть если они не готовятся дома, то с ними какой-то материал можно разобрать во время занятия, используя открытые источники. Причем литература и по паразитологии, и по биологии развития, и по генетике, по молекулярной генетике есть под лицензией Creative Commons. Вот, англоязычная, причем достаточно неплохая. То есть вот, собственно, перечень опыта. А из каких стран что делают? Из каких стран? Преимущественно Африка и Индия, Пакистан. Но кроме этого Маврикий, кроме этого ряд арабских стран, оттуда тоже едут желающие заниматься на английском. Ну, они, как правило, не знают ни английского, ни русского. То есть с ними легко. Вот. А, например, студенты, которые приезжают из Африки, бывают очень разными, но преимущественно знают очень хорошо и язык, и знают достаточно неплохо предмет. Ну, я на первом курсе преподаю. Вот. Достаточно хорошо знают биологию. То есть с ними интересно, ну и выкладываться приходится. Вот. Ну и плюс, как только возникают ошибки в учебнике, это сразу вызывает вопросы. У мене все. Дуже дякую. Запитання? Таке запитання. Чи все-таки тут термінальні станції використання цікавить таке питання? Чи можна під час підключення кожного клієнта демонструвати на термінальну станцію одне і те саме зображення, під час лекції, пояснення якогось практичного заняття і так далі. Щоб всі бачили, щось на продовжу програмного засобу, не топ скулок. Можна. Можна? Так. Якщо можна, можна. Як? Тут есть несколько вариантов реализации задачи. Первый вариант реализации ЛТСП. Для меня самый простой. То есть включил, сразу все заработало и готово. Второй вариант реализации. Он в университете мной реализован не был. Но я еще работаю сетевым инженером, системным администратором, поэтому этот вариант реализован в нескольких коммерческих организациях. Это Synstation. То есть там есть конструктор, который позволяет очень гибко создавать разные варианты клиентов, причем не только тонких, а и толстых. То есть толстый клиент – это клиент, который позволяет там тянуть какое-то еще ПО самостоятельно, не запуская и не загружая центральный сервер. Там по Alt+F1 можно открыть какое-то терминальное окно, X, там, либо RDP, либо VNC, там практически все протоколы поддерживаются. По Alt+F2 открыть браузер, по Alt+F3 открыть какое-то еще ПО. В том числе там, по-моему, был какой-то пакет, который позволяет вот такую множественную демонстрацию, да, одновременную. Вот. Единственное, чем я не занялся, это OpenSIM клиентом, там не дошли до него вообще пока. Можно у меня тут такие, зі свого досвіду, знову ж таки. Проблема в том, что сам X.org в тій чи іншій мірі. Він є доволі складний. Доволі тяжкий для... І, досвіду, я маю сумніви, що адекватно буде рухатися, грубо кажучи, інтерфейс на машині Pentium 160 МГц. На 200 нормально. А, вже на 200... все одно, в мене великі сумніви, що на таких частотах і на таких об'ємах пам'яті це не буде, грубо кажучи, хоча б наближеним до комфорту. Я уже молчу про то, чтобы запустить. Я этот вопрос задумал в прошлый раз, когда здесь... Может, я имею в виду X, то и новой машины? Не-не-не-не-не. Я разговаривал с парнем, который Alt+Linux занимается, OpenNet. Забыл. Шевори. Да, Шевори. Вот, я разговаривал с ним, он мне тогда Alt+Linux рекомендовал, и я с ним специально оговаривал пределы технические. Он меня уверял, что можно запускать даже на машинах с 16 мегабайтами памяти. У меня Станиславский, знаете. Я понимаю, я тоже. Дело в том, что с Alt+Linux у меня не срослось. Я попробовал их, этот LTSP, не получилось у меня так, как... Но по сути, это же та самая система. Нет. Почему? Нет, протокол.
Ну, да, протокол тот же, но в конструкторе собираются разные вот эти вот легковесные ядра, легковесные окружения в Ubuntu, и у них разные. Просто мы працювали колись теж з тим Буршем, коли це було. І на той момент ми розглядали як слабу машину, це Celeron 400 з 128 пам'яті. Ми її вважали слабою. Ні, ну так це в нас не був взагалі ніякий клієнт, це була комерційна машина. Ну навіть так клієнта зараз машина. Ну, Степан, там тільки як сервер запускає. А просто теж, ну, маленьке зауваження, тобто ні в якому разі не скажу. Ваш час коштує. Ну, взагалі, навіть блок живлення того комп'ютера з'їдає електрики, напевно, більше, ніж сама його вартість. Чисто економічний розрахунок. Ні, я говорю, завтра буде день відкритого програму, того, як то, апаратного забезпечення. Якщо вважати, що Raspberry Pi коштує, ну, скажімо, в середньому там, $35, і він по характеристиках б'є в будь-яку з тих машин, він з'явився сьогодні. Степан, Raspberry Pi. Я ж монітора. А їм треба вважати вчора. Ні, ну а якраз, а ті, я маю на увазі, що, ні, але все одно, ця машина все одно коштує, то тільки на позір вона нічого не коштує. Чекай, ну як коштує, він йому хтось подарував. А, от монітори купив. Ті Celeron 400, це було те саме. Вони нам нічого не кажуть. Ну, але робота на підтриманні того, ну, вже стані деградації апаратного забезпечення достатньо велика. Так, і супроводжувати її треба з великими виявами. Це час, прошу. Ну, начальство це ж не хвилює. Це була у мене машина, в якій RDRM використовувався, коли ми її купили. Ну, от недавно цей RDRM помер, і я 5 разів встановлював Windows, поки не подумав, що, мабуть, щось не то. Вот после этого Минтест там определил, что там память тухлая. Но бывают такие случаи. Просто что, не, я говорю, а чисто машины дезвинтов, вставил сетевую карту и все. Включилось хорошо, не включилось, включил рядом вот. Так сетевая карта зараз в цене достигает $15-20. Кто ее купует? Маленький комментарий по поводу машин преклонного возраста, ну, как-то я не знаю. Мне часто приходилось слышать ласковое название гробики. Да, да. У нас тут как граты. Ну, Дмитрий, либо вот этим заниматься, либо не заниматься. Я хотел сказать, что это их поддержка, их введение в строй, это очень увлекательное, но очень благодарное занятие. Вот. Но я другой вопрос хотел сказать, что, честно говоря, X-сервер ведь работал на новодониках, у которых память, ну, HP, там, iPad, там, Dazaurus, на этих, там и процессор-то был ARM совершенно низкий. 20 MHz. Да, там вообще. Вот. И памяти-то там было, мягко говоря, немного. Но, правда, я только что вот подумал, что вопрос, какая версия X-ов это была. Это было 3X-X-ы. Вот. Может быть, X-ов уже... Зарядка.